Для установки в многоэтажных домах города было закуплено 23 лифта. Лифтовое оборудование в девятиэтажках, построенных в 80-х и 90-х годах, свое уже отслужило. По нормативным документам, подъемник, который отработал 25 лет, подлежит замене. Собирается комиссия, которая осматривает лифт. В комиссии разные специалисты, которые смотрят и строительную часть саму, то есть шахту смотрят, и металлоконструкции, и оборудование лифтовое. Вот. На основании заключения этой комиссии, то есть на основании работы этой комиссии, делается заключение о возможном продлении или не продлении этого лифта в эксплуатации. В нашем случае продления не было, они все признаны к замене. Заказчиком работ выступил региональный оператор. Заменить лифтовое оборудование подрядной организации предстоит в 14 домах города. На данный момент полным ходом идут работы по монтажу лифтов в 3 домах по адресу Нефтяников 14, Ленин 25 и Дорожная 17А. На место старых, устрашающих скрежетом и грохотом, лифтов устанавливаются современные. Отличаются они не только внешним видом, но и повышенной безопасностью. В данный момент происходит монтаж новой кабины. Ставим новую кабину, старую разобрали и вынесли. Осталось поставить только крышу, получается. И в дальнейшем наша бригада приступит уже к пуску наладки, к настройке лифта и запуску в работу. На протяжении месяца жителям приходится терпеть временные неудобства ради дальнейшего комфорта. Именно столько времени необходимо для замены. По адресу Ленина, 25, работы приближаются к завершению. Анастасия Кай, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».